Так, София, я тут завернула информацию школы. В общем, зачем вам информация эта? София принесла свои оценочки. У нее получается английский A, потом что тут это вот P, что это за P? PE. А что это такое? Это физкультура. Окей, A plus, reading B. Почему reading B? А math A minus. А потом это что это? Social study A minus. And social study A. A, everything okay. Yeah. В общем, я приготовила уже ужин. У меня такой срач на кухне после ужина. Это у меня только или у всех так? У меня мой маленький директор наводит у меня порядок. Сейчас я вам покажу, вы просто будете в шоке. Так, смотрите, у меня Оливьена наводит порядок. Вот она здесь начала наводить порядки, вы видите, да? И вот она продолжила в том пантри наводить свои порядки. И вот у меня дела обстоят после ужина. Мне сейчас надо все посуду сполоснуть и поставить ее в посудомойку. Я пью кока-колу, дайет. Вредная штука, знаю, ну блин. В общем, посмотрите, какой у меня... Я готовила сегодня митлов. Это может выглядеть неаппетитно, но очень вкусно. Это фарш с сыром, со специями и с соусом. И хорошие новости. Позвонили мужу сервисного центра. Моя машина готова, так что он поехал, еще взял отца. И вот они сейчас должны привезти мою машинку. В общем, покажу вам, что сделали. В общем, у Софии есть подружка. Сколько ей лет? 10. Ага. И что у нее есть? Бойфренд в 11 лет. Вы представляете вообще? Шок-контент. И что они делают? Как вот вообще у них отношения развиваются? У нее отношения развиваются. А, у нее только развиваются? А у него? Пытаются идти подальше. Они проводят вместе время? Иногда. А как они его проводят вместе? Ну, мне интересно, вот как у 10 лет так может быть парень? Объясни мне. Как вот еще? Это все что не, такое? Не, ну, мне кажется, это какой-то шок-контент. 10 лет парень. Это вообще что? А родители куда смотрят? Ну, ее родители что они? Они злые. Они злые? Да. А его родители? Это же не первая бойфренд. А, это уже не первая бойфренд. Ой, слушай, а у Софии еще был подружка одна. Соня, расскажи, какой у нее был парень. Какой? Ну, какой-то странненький он там был у нее. Аутист? Да нет, а там я аутист уже есть, уже я пропустила. Нет, ты которая говорила, что он был геем, потом он что-то... Сколько ему лет было? Вот я просто в шоке. То есть у нас есть одна девочка, ей 9. Ей 9, окей. Они ее здесь на... Да, здесь 10. Угу. Они познакомились, когда ему было 7. Окей. И он был гей. 7 лет гей. Вы представляете, 7 лет гей. Это вообще шок. Потом у меня. Потом 8, он... Нет. 9, он перестал. Перестал быть гей? Угу. Он передумал? Да. И теперь они вместе. Не целуйся. Мама. Маша, кого что интересует? Вообще 7 лет, они целовались. Я ваши года расстилала, я вот говорю, расстилала одеяло на траве. София, расстилала одеяло на траве. Мы выносили еду, кукол и играли. Маше всем это уже поцеловали. Не говори. Ну и что это, парочка, они до сих пор вместе? То есть они поженились один раз. Как они поженились? Ну, как в таком возрасте? Неофициально? Да. Понарошку? Поженились у нее дома. Потом... Так, ну теперь после моей уборки, да, я убралась, загрузила посудомойку. Вот, и сейчас мне осталось только помыть полы на кухне. Вот. Ну вот так вроде бы более-менее чистенько. Так, приехала моя машинка, сейчас туда убираюсь и пойду вам покажу. В общем, ну сделали хорошо, не видно. Ну, очень-очень дорого. Так, наконец-то приехала моя машиночка. И мне меняли вот эту штуку пластика, вот эту штуку меняли. И вот здесь у меня были две такие вмятины. Ну, не вмятины, а царапки сделали.
Вот все, моя машиночка приехала наконец-то. $1500 отвалила, представляете? У меня шок-контент. Вот, ну все, теперь я радостная. Вот. Надо завтра пропылесосить. Так что все, я очень рада, что у меня теперь машина ко мне вернулась, потому что в Америке, вот реально в Америке, ты ощущаешь, что ты без машины, как без ног. И... Лунидзе! Луна! Кстати, у нас уже с холодами надо будет за ней следить, потому что сейчас мы ее вот так отпускаем бегать по территории. Но в холодное время, когда уже прям будет холодно, нужно ее на поводке, потому что у нас здесь койоты. И вот они могут съесть ее. У нас тут недавно была мамочка, этот дир, олень. И у нее два ребеночка было. Ну, маленькие олененки. Одного сожрали ночью. Сегодня так хорошо на улице, все теплышко так. Моя клумба. Мы, кстати, эту клумбу сделали этим летом. Вот, и начали еще работать над той клумбой, вот где песок. Мы там еще хотим сделать клумбу. Ну вот мне сейчас рик работает, поэтому я не знаю, так она, наверное, и останется. Луна пошла. Луна, хил! Ну что, все, на этом свой буду влог заканчивать. Завтра мы с девочками собираемся поехать в Fix Price. У нас, кстати, есть рядышком ярмарка. Не знаю, рик будет это первый раз. Возможно, мы прокатимся и пройдемся, посмотрим, что там они вообще делают. Вот. И я поснимаю для вас вложик на завтра. Поэтому всем спасибо за просмотр. Подписывайся, ставь лайки, оставляй комментарии. Мне очень приятно читать. И обратная связь это всегда воодушевляет.